У меня кожа толстая. Такую отмазку я еще не слышал. С нами русские играют. Русскоязычные. Лео Влау. Он до сих пор с нами летит. Все, не хочешь спрыгнули. Наша очередь. Я вроде как разыгрался, но не будет. Что-то вроде как. Вроде как разыгрался, но слабо играешь. Вроде как. Ну да. Ебать, мне первое оружие страйкер и тундра. Тундра? Что тундра? Об этом я мечтала всю жизнь найти именно эти оружия первым делом. Не сбылась. Хотелось бы мне посмотреть на лицо человека. Хотелось бы посмотреть на лицо человека, который я бы пытался убить с этим. Со страйкером. Кефирчик. Ну почему и есть такие? Кефирчик. Да. Которые совмещают. Я бы не убила. И снайперку, и дробовик. Ну извините, я не такой человек. С этими оружиями не играть. Я ПП и ББ. И все. И что еще? ББ, бай-бай. ББ это что? Бай-бай. Бай-бай. Долбоёб. Я думал еще, что умовки, и ты сейчас скажешь ШВ. Кто поделится броней? Ой, пойдем этот шакал уничтожим. А, он сука летает. Да, он пока летает. У меня есть МГ-42. Где ты? Интересует. Будь больной. Буду. Вот и будь. Есть патроны у кого-то? У меня есть тяжелый токен. Тебе не дам. Четвертый, плиз, патрон. Патрон. Патрики. Патри. Патрики. Представляете, а мне мама сказала, что картину закажет тогда, когда сессию там. А у меня уже маска заканчивается потихоньку. А я вот сейчас это... начнется ломка у меня. Знаете, как у людей, которые бросают, пытаются бросить курить, у них ломка начинается. Вот мне тоже начнется ломка. Я закончу картину и будет не худеть. Это прям намек и мне, мотивация блядь, на то, что нужно сейчас прям вытаскивать. Не, просто знаешь, если я не сдам, то меня мама картину вообще не купит. Печально. Надо сдать. Все. Спокойно. Желательно. Так минимум. Блять, мне главное математику сдать, остальное похуй. Остальное как-нибудь. Но математика, да, сейчас жесть, я не понимаю. Я думаю, она войдет в наше положение, потому что она сама говорила, что кинолога математика нахуй делать. Мы только базу проходим, и все. Она особо нас не напрягала этими, блять. Блять, базовая и еще как это называется хуйня. Не помню. Ну, короче, она сказала, что нам нахуй математика не сдалась, поэтому я думаю, она может быть кому-нибудь. За то, что я не прогуливала почти ни одну пару. Такая, мне кажется, я за всю весь год прогуляла, мне кажется, пара... Не, а почему бы нет? Я взял, наверное, пары две максимум, мне кажется, потому что это болело. Все, больше я не прогуливала никогда математику, вот вообще. Я помню, нам профиль... Если можно посмотреть как-нибудь в школьном портале? Ой, блядь, профильная, вот как называется. У нас была базовая и профильная. Профильная просто показывала, хотя мы должны были тоже ее изучать, хотя мы не должны касаться. Она просто показывала и все такая, типа, вам нахуй она не надо, просто посмотрите для общего развития. Не, блин, я просто, на самом деле, смотрела, сколько она там математиков прогуляла. Ну, я готов. Кстати, знаешь, нам единственное, где запрещали автозачет ставить, это серый. Когда профильный экзамен был. Ну, точнее, профильный предмет, там типа, ребят, ну, нам говорили, ребят, камон, это ваш профиль, никакого зачета.
авто. Да. У тебя нету МГСВГ, я сейчас возьму. У меня есть. Сучка летает. Где? Какая? Где? Блин, три шакала, нифига. Да я вижу, вот три шакала летает, ну. Давай покрашу. Давай покрашу. Покрашу. Отойди. Отойди. А ё-моё, ваш авто... Этот, ваш автовыбор... Ну вот что поделать? Он слишком быстрый, я не успеваю за ним. А я успел покрасить. Я успел покрасить. А, получается, я твою автовыбор взял. Да. Автовыбор ваш. Выбрал. Поехали на город на реке. Чё у них там, приключения какое-то? Да-да, поехали, да. Мы едем. В обход. Обогнем. Я вижу, там шакал приземлился, но его уже там взорвали. Почти подорвали. Но он где-то летает еще. Так вот, сейчас перед нами розовый будет. Обогну. Сейчас обогну. Вот так. Вот так вот. Вот так вот. Аккуратнее. Будьте осторожны. Обогну. Четвертый вылетел, похоже. Возможно. Втроем играем. Да, он на месте стоит. Но зато забрал ракету у меня перед носом и самонаводяшку. Благо я вторую нашел. Нет! Полегче. Вот, а я тебе скинул ракеты. Слушай, он не ищ... он второй раз приземлился. Да дайте, пожалуйста. Милости не прошу. У него всюду ракета была. Он нищий. Он нищий. Две ракеты не кинул. Две ракеты. Две ракеты. Они надо, чужое забирать. А ты заливал, будто, знаешь, у него 30-ка. Так у меня еще ракеты так-то есть. Я знал, что ты успеешь забрать. А экологу, как обычно, не дашь. Я вообще это был розыгрыш. Мне вернули. Я сравнила со своими и поняла, что он не нище, чем я. Это получается, тебя разыграли. Это был социальный эксперимент. Да. Ты попалась на кликбейт. Это значит, что Влад нищий. Это значит, что Влад нищий. Как ты так вообще на месте разворачиваешься? Ты читер. Как ты так на месте разворачиваешься? На заднем колесе, что ли? Научи. В какой летной школе, подводной, водительской школе так учат? В моей школе. Прям так и называется. В какую школу идете? Мою. Моя школа. Моя школа. Почему не открывается, не пизды. Во, все. Там точно. Потому что все для меня. Все для нищих. Все верно. Там наверху снайпер. Газуй, 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 газуй. Снайпер, снайпер, снайпер. Ой, как я хорошо получил его. Так, пожалуйста, не едь, я сейчас отхвачу. Вон он, вон он, вон он. Я ж так отхватываю. Тихо. Он что, один? Нет, он не один. А их двое. Их двое там. А нет, четвертый вожжи. Четвертый вожжи. Старушку попал. Так. Ну, кнопки побольше. Давай подождись, основочки сделаем. Угу. Надо у нас только зайти. Где так ты выйди из этого. Складка, масштаб. Ты просто палишь масштаб. То, что тут машина заведена. Все нормально. Big Q.
Big Q. Прям на дерево давай. А, их двое. Блять. Нахуя ты вылез-то? О, нифига, зря я поднялся. Там двое были. Там еще двое сбоку просто стояли. Капец. Я хотел сбоку подбить челика, в итоге подбил и меня еще сбоку двое. Так. Бля, не посмотрела, а информатка вроде есть. Нам пиздец, мне пиздец, нам пиздец, мужчина. Мне даже тэпнул сами успели. 50 раз. Да. Бля, я бы отключила на самом деле что-нибудь. Что, можно отключить? Что бы ты отключил? Да хуй узнать, кем бы ты отключил. Настройки. Настройки. Так, звук базовый. Нет, не надо, это надо. Давай на вокзал. Ну, надо. На вокзале там. Хотя нет, там давай люди. На ферму. А нет, ну тут не одни. Он один человек. Это да, это да. Блин, ты у меня уже впереди там была. Я вот смотрю на карту, ты еще летишь. Там самая первая была. Костя, вот так вот. 161 рус умер. Полуадура. Эх, бедный Костик. Полудурок. Там было написано. Полудур. 6. Полудурок. А мне почти все отключено. А мне не нравится. Маршал. Унику. Не знаю. Ага, тут еще люди есть. Так, все розенько, все розенько. Что такое? Не надо мне ничего брать, никаких прицелов, все отключать нафиг. Прицелы? Там трехкратный возьми. Ой, бать, тут можно что-то брать. Полторашечку. Так. Ты про себя? Нет. Так, что бы я брал? Что усилитель точно выстрел на монофонный нужен. Контроль вертикальный тоже. Блин, я помню. Не знаю, почему на горизонталке пишется, мол, существенно вертикально отдачу снижает. Хотя он горизонтально. Я не знаю, как это связано. Тут мастер снайперский контроль. Не укладывается в голове, как это может работать. Еще мастер снайперских винтовок. Мой личный магазин. Эй, ты чё? А. Понял, чё. Тогда вот так сделаем. И вот так возьмем. Опять летает. Чтоб ты сдох. Лоу или бомбс. Так. Летают тут. Шуму наводят. Вообще ужас. Это кто кинул, думаю. Никого.
Limburn down. Down. Эх, у меня нет самонаводяшки. Блин, ты еще вертолет. Ты лох. Еще и грузовик там. Охренеть. I'm огромный. Да, прям огромный такой грузовик. Тихо. Не врёшь. Не вру. Там наверху. Честно врёшь. Ладно, не, наверху, короче. Прям над нами. Экс. Эл-профессор. Первый убил. Вот он, тамплиерчик. Со 117-го перестрелял МГ-42. Ну ладно. Так. Аккуратненько. Было бы у меня бабейка рядышком. Там она не поможет. Никого не собьешь. Я не собиралась никого сбивать. Да ёб твою мать. Как он так снаружи кидает вообще? Пипец. А, он сверху был. А, их трое было. Блин, я думал, их двое там. Кажется, я просто видел двоих на этом. На... как его? На вертолете, видимо, с тачки побежал. Там тачки нету, получается, будет левее. Левее. Там, где домики большие. Какой интересный ник. Там должна быть тачка. Ну, слева, прям, ну, где-то должна стоять. Всегда же стояла. Трехместные, двухместные. Ёбаный в рот. Блять. Так кажется, теперь будто я обманываю. Ну реально, там вот сюда... Че, уже добежать на, до нас пешком? Беги до нас пешком. Никакого там, смысла. Там здание кинуть. Просто у нас. Конечно. Пока не... А ты где умер вообще? Я пока... А? Они к улучшалке, наверное, бегут уже. Mm-hmm. О, спорткар. Нормально, уже поздно. Мотоцикл. И мотоцикл есть, и еще мотоцикл есть. Главное здесь. И два грузовика, есть. Вон еще там есть. Да уж. Все хорошо. Ты же никого не видел? Да, ты никого не видел. Молодец. Все, красавчик. Я реально удивился, что тебя не видно было. Ну как бы твой скин. Вообще, как бы, он палец. Он прям говорит, типа, ребята, я здесь. Стреляй потом в меня. Мне этот кусочек. Хорошо. Я аж вспотела. Это был там самый надо бы еще добавить тяжелый такой... момент в моей жизни. Самый напряженный момент в игре. Цитрон. Славу. Да, блядь, по лестнице подниматься дура не умеешь, что ли? Застревает постоянно. Ужас. Страешь. Блин, я уже думаю, вертолет туда летит. Я бы притворился мертвым. Блядь. Или кто это? Человек? Кто это? Где я вот пока? А, у меня МГ-42 забрали. А у меня есть, кстати, ты можешь покрасить мне его. Но тебе могу только максимум ракеты дать. Давай. Чё?
Но я скинул. Ладно, побегаем с этим чисто на ближний бой. У Влада вообще все забрали, свистнули все у него. Не, тут даже вообще со всех трупов все свистнули. В прямом смысле, у меня только эхо осталось. Все свистнули прям. Тут даже ничего. Блин, не эта тачка. Эта тачка вообще... Я тоже умею так стрелять. Так. Диверсию мне не надо устраивать. Все, больше патронов нету. Нихера. Так. Ты лишили себя транспорт. Так, нас. Мы можем улучшиться. На разгон пошли. У тебя тачка есть? Или ее уничтожили? Мне пешком бежала. Ага. Мне казалось, у тебя тачка была. Ну ладно. Пробег, как говорится, как? Нормально. Нормально пробег, да? Мама. А розовых больше нету, а нет, на мосту еще. Влад, с тобой даже ездить никто не хочет, представляешь? Мы еще не знаем. Ай-яй-яй-яй-яй. Артём, с тобой даже никто не хочет ездить. Почему? Ну ты же в кузове. Нет. Нет? Ты не в кузове? На, вон и мой свой был. Так, дарчик. За ним входом. А, там тачка, оказывается, есть. Ты мимо нее проехал. Да, я ее, если честно, не видел ее. Но она меня не отображалась. Пожара. Я правда знаю. Она заспаунилась там. А, ну да, да. Ну я правда... Ладно. Ой, ей плохо. Ей плохо. Да, ей плохо. Зато уже постарался, что, да? Мы зеленым не поедем? Мы зеленым не поедем? Там зеленый и розовый еще один. Поехали. Нормально там ездится. Запрыгивай. Газуй, 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 толкай. Ты смотри, ты будешь так толкать, а я буду газовать. Блин, мы не проедем, там этот стоит, сучка. Там эта сука стоит.
Там фейс-контроль, мы не пройдем. Падаю. Да, тачка нет. Ну пиздец, Артём, ну как ты водишь? Не-не-не, там мотоцикл. Давай, ты толкай на кузове, а мы будем так ездить. Ой, у меня все залагало, у меня все мигает. Я в машине. Я вижу, стой. Все нормально. Ой, у меня сияние сидит. Ну да, сидит. На кузове. Нормально там проветривается. А тебе хорошо сидится? Да, там проветривается. Мне кажется, скоро надо будет выходить, ну, потому что 42% у нас. А чё ты за ухочку не скинула? Он бы лайк поставил. Да. Конечно, оценил бы. Нормально. Круто. Это левитация. Ну, называется. Ой-ой-ой. Да, поменять тачку. Со мной воюют, сатана. Давайте. Let's go. Блин, еще. Бля, именно. Ай! Ай-яй-яй, быстрее садимся, быстрее. Водитель убью, честно. Блять. Не страшно, новый сядет. Да везет целости и сохранность. Одного другого бросим, нового посадим. Да? Блин, мы старый там не уже ни о чем. Мы там не проедем. К сожалению, мы там не проедем. Пробежим. Ладно, пробежим. Не промчимся. Протолкаешь. Ладно, протолкаем. Так, ну там люди впереди. Там люди? Да, там люди. Я уже готов туда бомбу бросать. Раз. Там еще наверху один стоит. Бля, она прям четко гранату туда прыгает. Не попадаю, даже по пингу просто не попадаю. Вообще. Я там я только одну гранату. Я даже на пират уже стреляю. Внутрь граната прям прилетела, ну почему она не задела его? Даже дрон не смог его поймать. Тихо, тихо. О, все, нормально. Убил крысу. Там туса крыс было. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, наверху где-то. Сейчас отхилим. Встаем. Пошел на. Ладно, я не успею. Я был медленный. Надо было быстрее. Но у него лошара, там... три лошара. Не спорю. Так. Ой, фига он тут застрял. Фига. Ну-ка. А, ой, блин, капец он застрял. Не завидую ему. Эй, пс, хочешь подкину птичку? А, нет, тебе уже не нужна птичка. Броню не забывайте делать. Да блин. Что бы я делала без тебя, если ты мне не напомнил? Наверное, я бы уже умер. Вы бы бежали какой без Дэнни. Какой ты молодец. Естественно. Настолько я слепой. Тихо, 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 тихо. Я бегу. Блять, у меня опять стрельба была сзади. Я думал, у вас кто-то есть, поэтому этот. Да я вот тоже. Блин, вон он. Наверху. Туда гранаты не долетят просто. Плохо, что не долетят. Зато он оттуда. Я ему всё броню сняла. Хорош. Я его добил даже. Это я был. Чтоб тебя убили, сука, ты, блядь, добилая. Ебливая ты, сука. Блядь, я еще снайперку взяла, да пиздец. Еще перезаряжаюсь. Ого, ты прокачалась. Опять взяла. Слушай, я тебя поздравляю, ты прокачалась. Апнулась, так сказать. Там напротив один. Ну я поздравляю тебя с повышением. Что ты сдох, а он один остался. Фух. Я чуть не сдох, если честно. Сейчас.
Все. Я его убила. Спасибо. Я чуть не убил. Бля.